Всем привет! Аэропорт является одной из наиболее важных инфраструктур для страны. Бывает, какой-либо регион не в силах разместить аэропорт из-за нехватки места для его расположения. Но так как они очень важны, порой приходится размещать аэропорты в очень опасных местах. Вашему вниманию топ-7 аэропортов, расположенных в самых опасных местах. На одном конце посадочной полосы скала, на другом 2900-метровое ущелье. Лукла – маленький аэропорт в городе на востоке Непала. Этот аэропорт довольно-таки популярен, так как Лукла является местом, где большинство скалолазов начинают свой путь на восхождение Эвереста. Аэропорт Мадейры, также известный как аэропорт Фуншала и Санта-Катарина. Этот аэропорт имеет печальную историю. В 1977 году на борту самолета погиб 131 человек в результате неудачной посадки из-за короткой взлетно-посадочной полосы, которая была окружена высокими горами и океанами. После крушения полосу увеличили на 400 метров. А затем в 2003 году ее увеличили еще в два раза, но так как места для увеличения полосы не было, построили мост над океаном. Мост держится на 180 колоннах, каждая из которых длиной в 70 метров. Барра. Единственный аэропорт в мире, где самолеты приземляются на берегу моря. Он расположен на шикарном пляже на острове Барра, Шотландия. Аэропорт буквально смывает приливом раз в день. И если вы попадете в поздний рейс, вы можете увидеть несколько машин на стоянке, которые обеспечивают пилотам видимость, благодаря мощному свету, так как у этого аэропорта только естественное освещение. Густав III, также известный как Сен-Бартельми, аэропорт общественного пользования, расположенного в деревне Сен-Жан на Карибском острове Сен-Бартельми. Аэропорт назван в честь короля Густава III из Швеции. Этот аэропорт обслуживает небольшие региональные коммерческие самолеты. Краткая взлетно-посадочная полоса, находящаяся на пологом склоне, оканчивается прямо на пляже. Случается такое, что самолеты взлетают прямо над отдыхающими. Куршевель. Лыжный курорт, расположенный во французских Альпах, крупнейшая лыжная база в мире. Этот аэропорт имеет определенную степень остроты в авиационной отрасли, так как имеет относительно короткую взлетно-посадочную полосу, длиной 525 метров. Посадить самолет в этом аэропорту могут только очень опытные и подготовленные пилоты. Аэропорт находится на острове Саба, входящем в состав Нидерландских Антильских островов. По мнению большинства пилотов и экспертов, он является самым опасным аэропортом в мире. Это обусловлено очень короткой взлетно-посадочной полосой, а также расположением аэропорта среди скал. Международный аэропорт Джулиана, расположенный в Карибском бассейне на острове Сент-Мартин, также славится своей короткой взлетно-посадочной полосой. Чтобы приземлиться на ней, большим самолетам приходится пролетать на высоте 10-20 метров над морем и пляжем, прямо над головами туристов. Несмотря на это, аварий и каких-либо серьезных происшествий за время существования аэропорта зафиксировано не было. А фотографии самолетов, пролетающих над головами отдыхающих, часто воспринимаются как фотомонтаж. Всем спасибо за просмотр и удачных вам взлетов и посадок. До скорых встреч!